Хай-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, и это Dungeon Хроники. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами потестили, что такое челлендж, и я вам пообещал, что в этом выпуске мы должны его пройти. Ну что, я надеюсь, я сдержу свое слово, и у нас все-таки получится это сделать, потому что я чертовски сильно хочу выполнить блядский челлендж. А это 9-я комната. Кстати, я могу выполнить челлендж на 14-й комнате и на 19-й, если вы понимаете, да, о чем я. Но мы попробуем 9-ю комнату, потому что в прошлый раз у нас почти получилось, но по определенным обстоятельствам я облажался, будем честными с этим, да? И все пошло не так, как я хотел. Я знаю, в чем мои ошибки, и я хочу их исправить сегодня. Надеюсь, у меня это получится. Мне нужно сэкономить максимально времени. Никаких таймингов. Нужно все быстренько проходить. Я не должен нигде ничего стопать. Просто на пробежку. А позже я смогу вернуться и все пособирать, заново пролутать. Ну, в общем, сначала пробежка и убийство босса. А потом возвращаемся и собираем все, что нам нужно. Хорошо. Кстати, монетки сбоку, оказывается, это общее число всего, что у нас есть, а не то, что мы собираем за одно задание. А я думал-то, я крутой, я насобирал до хера. Хер там. Не все так, как я хотел бы. Так, я помню, что туда нам не обязательно идти, но там кто-то на нас заигрался, поэтому его надо убить, пожалуй. Хорошо, пошли вниз. Я помню, куда мне идти. Я хочу пройти 9-ю блядскую комнату и перепрыгнуть все это. Так, у меня 1000 монет. Этого уже достаточно для того, чтобы купить крылья или нового персонажа. Я хочу это сделать. Вы это прекрасно знаете. Но после того, как убью босса. Если я не убиваю босса, я ничего покупать не буду. Никаких новых обликов. До того момента, пока я не выполню блядский челлендж. Поэтому нам нужно будет подпотеть. Так, где-то здесь на нас должна загриться Мегера. Так, хорошо. Немножко я так хорошо... Вот она. Так. Тихо. Пошла нахер. Нам нельзя на нее много времени тратить, поэтому надо всех этих дебилов убивать быстренько. Ай, ульту я, мне кажется, просрал. Так, я кинул шашку туда. Мне кажется, можно переключаться. Хорошо, прошел дэмэдж. Тихо. У меня маны нету. Это плохо, я не знал, что здесь понадобится мана. Ты поц, куда ж ты бьешь, блядь? Вот дебил, видали, да? Что творится, сука? Конченый дебил. 2 минуты есть еще. Хорошо, мы успеваем, ребят. Мы пока успеваем. Опять иммунитетка у нее стояла на это все. Я видел, хорошо. Больно. Думал, задамажит. На, нахер. Пошла в жопу, сука такая. Так, это я сразу заберу, пожалуй. Это вдруг я умру. Я знаю себя, я могу. Так, ну что, пожелаем мне удачи. Где там агробосик, поцик? Иди, сука, сюда. У меня есть 2 минуты. В прошлый раз у меня оставалось... Чё так больно бьют, больно бьют? Пошли нахер. Хуль так больно грызут-то? Идите вы в жопу. А вот эта, сука, меня очень больно била. На. Крылья. Блин, я думал, крылья упали. Вы видели, это были крылья. Агрись на меня, боссик. Пожалуйста, у меня минута осталась. Я опять не успею. У него много... Все, он заагрился. Хорошо, у него много хп просто. Мне надо, чтобы он сразу на меня агрился. Чем раньше это будет, тем лучше для меня. Блять, почти убил меня. Ты прикинь, поц... Сука, блядь, не ту! Какого хрена? 40! 40 монет! Эта херня жрет с меня 40 монет! Да иди ты в жопу! Беги! Прыгай, поц, не тот скилл! Фу. А, иди нахер. Не умираем. На. Блядский хер. На. Сваливаем. Пошел в жопу. Хер тебе на палочке, на. Блядь, попало, ты прикинь. Вот херня. А, птички. Птички. Ху-ху-ху-ху. На. Прыгай. Скин. Ху-ху-ху-ху. Горячо. Беги, он загрелся. Он псих. Иди нахер, поц.
Не трогай меня! Выродок проклятый, блядь! Иди в жопу, быдло! Скин! Скины, блядь! Не застревай в стенах! Пожалуйста. Боже мой. Прыгаем. Не туда! Блядь, я просрал ульту перед этим. Это было обидно. Давай, 16 секунд. Блядь, сука! Там два удара, два удара, два удара. 15 секунд. Сразу, сразу, сразу! Да, да! Получай, ублюдок. Саканакусь, выкусь, падла. 13 секунд до конца. И я смог выполнить конченый челлендж. Мы подняли баблишко, и я должен был что-то подобрать. Очень крутое. Я должен был что-то подобрать. Крутое, я что, зря это... Блядь, нихера нету. Нихера нету, ты прикинь. Я так потел, мне не упало ничего. Мне падают какие-то реликвенные осколочки, бля. Что у меня тут? Сколько? Я такие штуки собирал. Вот такие вот. Смотри, три. У меня три. Максимум 3000. Вы шо, больные? Смотри, 10 штук собираю, плюс 20 хп. Понял, все, зачем это говно надо. А, так, у меня таких 2, таких 0, 1, 4. Понятно, короче, ясно. Херню собрал. Фух, ребята... Это было жестко. Не забывайте ставить лайки. Ну, я подпотел, серьезно. С тем, что у меня было, я сделал просто, как мне кажется, невероятное. Это очень круто. Мне понравилось. Надеюсь, тебе тоже. Надеюсь, тебе тоже. Мне кажется, я сорвал свой голос, но оно того стоило. Хорошо. Вот понимаешь, вот эти 13 эпичных секунд до конца... Я беру меч и реально жестко врываюсь с ультами, просто разрывая им лица. Я сломал им все, что можно было. О, блядки. Нахер пошел. И ты нахер пошел. Вепрь на меня бежит, говорит, тебе жопа. Да, конечно, расскажи мне. Нахер пошел, окей, да? Боже, какая кончена ульта, серьезно. Вот на стволе ульта вообще убогая, как по мне. Не знаю, мне не нравится. Может, я, конечно, ее неправильно как-то использую. Но мне она не нравится. Фух. Ну что, мы выполнили. Мне интересно, меня сразу перекинут на 10-ю комнату, что ли? Просто если я 9-ю еле выполнил, то я не уверен, что я смогу пройти 10-ю. Потому что она хардовая тоже такая же будет. Хотя, может быть, меня выкинет и на 5-ю. Сколько мне дадут? Одну звезду, да? А мне вообще звезд не дали. Боже мой, как я плохо прошел, да? 13 секунд осталось. Фух. Ну что, дорогой мой друг, я надеюсь, тебе понравился этот видеоролик. Я старался специально для тебя. Всем спасибо. Пока-пока.